Привет всем! Сегодня будем делать квас. Нам понадобится две попки. Я в духовке пожарил хлеба разного, два вида. Вот, пустая банка, дрожжи, конечно, сахар и немного изюма. Что мы делаем? Теплой водой, градусов 40-45, где-то 50. Нам надо активировать дрожжи. Дрожжей нам надо пол чайной ложечки. Я беру такие дрожжи, сухие. Так, все, это я убираю. И чуть-чуть сахарку. Это для активации. Пока они активируются, нам надо засыпать в банку сухарики. Греночки, как вам удобно. Гренок мы насыпем столько, чтобы дно у банки нам закрыть. Так, дальше берем теплую воду. Я в чайничке погрел, не кипяченую, ничего. Заливаем сухарики. Так, достаточно пока. Берем 5 ложек столовых сахара. И разводим, размешиваем. Так, теперь нам надо закинуть изюм. Добавляем воды. Так, дальше дрожжи. Опять воды. Так, воды мне с чайника не хватило. Наливаем простой воды, бутылированной. Кипяченую не обязательно, чтобы лучше дрожжи играли. Вот, и оставляем на столе в теплом месте. На столе почему? Чтобы бульки были видны. Интересно же нам. Вот так вот крышкой прикрываем. И в итоге дня через два уже квас будет готов. Все, приятного аппетита. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.